В этом году диктант «Победы» можно будет написать в Одинцовской лингвистической гимназии, Одинцовской гимназии номер 11, Новогородковской средней школе, Маловеземской средней школе, а также в средней школе номер 2 имени Пронина в Звенигороде. В просветительской акции присоединятся две воинские части. По словам исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Ларисы Белоусовой, участие в диктанте «Победы» поможет военнослужащим и школьникам прикоснуться к истории родной страны и расширить кругозор. Напомним, диктант состоится 29 апреля.